трутовик пестрый или чешуйчатый, так и растет. Вот сейчас его сорву, срежу точнее. Он растет возле воды, на деревьях, на вязах таких уже больных, можно сказать, или кленах. Ну, вязовик его еще называют. Трутовик. Я его уже срезал часть, а вот он еще растет. Вот так. Сейчас я тоже срежу. Будет у меня и засолю, и пожарю грибы. Принес грибы, сейчас их замачиваю, чтобы отпала эта трава, там листья такие, ну, чтобы очистить их. Вот два тазика, где-то 7 килограмм я взвесил. Это гриб трутовик пестрый, чешуйчатый, можно называет. Кто пестрый, кто вязовик. Ну, обычно, вообще-то, гриб называется трутовик чешуйчатый. Вот этот трутовик чешуйчатый я буду сейчас варить, потом обжаривать, жарить. Что съем, что в морозилку положу вареные уже. Может, засолю. Так что гриб вкусный, пока молодой, съедобный. Две кастрюли вот таких больших, я не знаю сколько здесь, по 4, по 5 литров, да нет, я не знаю честно, ну большие, литров по 5, наверное, если не больше, грибу. Вот сейчас буду варить минут 30, потом буду обжаривать. Что обжарю, а что вареное, это солью. Бульон это будет на суп или на каше там, а грибы в морозилку положу. Полуфабрикат. Их нельзя в морозилку невареными ложить, точнее, они деревенеют даже в холодильнике, поэтому нужно сначала отварить. А потом уже с морозилки размораживать, если лишний, вот, и жарить. Можно отварные грибы трутовика чешуйчатого мариновать. Там много разных блюд, вкусные грибы. Их я уже жарю, я меду. Вот оно уместилось, это две сковородочки, но они еще ужарятся, и будет одна фактически. Ну, грибы, трутовик чешуйчатый. А на бульоне, вот на этом, я сейчас варю макароны. В бульоне, с этих, где варил гриб. Мы варим макароны. Можно макаронный суп, можно, ну, любое можно делать на этом бульоне. Так что вот так. Вот такие грибы. Вкусные. Я уже пробовал и сейчас попробую. Точнее, я их уже ел неоднократно. Вот это вкусно. А, хорошо. Отличные грибы. Мягенькие, вкусные. Сейчас я еще поджарю, но они уже в принципе готовы, но еще можно. Вкусные. Так что трутовик чешуйчатый в молодом возрасте, очень хороший гриб. Свеженькие, вкусные. Желаю себе.